основа всего оксид кремния, да, пористая структура, которая аккумулирует на своей поверхности эти материалы и доставляет активные компоненты и комплексы в межклеточное пространство на глубину, заданную концентрации, поверхностной, срединной, глубокие. Мы с вами это обозначили, да? Нанопилинги преимущество, то, что свойства площади преобладают над свойствами массы и управляют реологическим состоянием объектов. Тексотропность, изменение вот этого реологического состояния. Не морщите лоб так. Не могу на вас смотреть. Два часа я смотрю, вот это вот, ну что я, какие ужасные вещи рассказываю, что вот у вас вызывает такие эмоции. Кремнезем. Оксид кремния получен путем двухфазного синтеза тетрахлорида кремния в водородно-кислородном пламени при температуре 1800 градусов. Все, что вы должны выучить, чтобы продавать себя как специалиста квалифицированного и грамотного. Что-что? Нет, так просто расскажешь, они будут переспрашивать по три раза. Прекрасно, вам будет о чем поговорить. Знаете, не о глупостях, потому что иногда они приходят, да, совершенно нереальными задачами, которые перед вами стоят, и чувствуешь себя лишней в кабинете просто. На тебя нашла, препарат нашла, технику посмотрела, все рассказала, а тут вы должны взять слово. Как только... Научитесь на одном дыхании про кремнезем, сразу будут понимать, что нет, все. Был смысл спорить, да? Вот. То есть пререкаться не стоит. Все. И наносим постпил. Вы видите, что совершенно все спокойно. Я не знаю, почему так получается, что вот после семинаров все голову махнули, все понятно. Все проговорили, что не надо сидеть выжидать пока, вот, чтобы потом не тереть это. Да, потом высылают фотографии. Такие, что вот, ну просто, когда начинаешь докапываться, извините за это слово, да, до причин выяснять. Протпил не сделал. Почему? Ну, закончился он и не сделал протпил. А, знаете, выбирайте для пациентов и препараты, и программы составляйте, и вообще работайте со своими пациентами так, как бы вам хотелось, чтобы работали с вами. Исключительно помогает, да. Чтобы вам не стыдно было перед самим собой. Я понимаю, что от вас требуют выручку, раскручивание клиента, да, как Юла. Все, мой золотой.